Всем привет, с вами Андрей Вар. Ну что, вы видите у себя на экране вот это офигенное письмо, которое разработчики прислали лично мне. В самом начале ролика вы видели вот это сообщение, то есть оно мне пришло 3 дня назад. Да, 3 дня назад. Это сообщение я вечером, там, по-моему, во вторник, то есть в понедельник было обнова, вечером во вторник я что-то залез на почту и смотрю, я просто что-то не поверил. Лейтенант Хаммерман прислал мне письмо. Чего? Думаю, что за фигня? Я такой захожу, открываю письмо, и там просто сразу поздравление. Я уже думаю, фига себе, что я там уже выиграл. То есть, ну, здесь написано, что поздравляем, наш новый друг, ваша база, выиграем. То есть, я понял, ага, значит, все-таки мою базу. И читаю, что Андрей Warbase 2, то есть, добавлен в игру. Ага, все понятно. Думаю, значит, не зря я строил эти свои базы, и все-таки кто-то их просматривал, кто-то их выбрал, и кому-то она понравилась из разработчиков, то есть, из тех тестеров, которые выбирали, из тех всех баз, из сотен тысяч баз, которые построили люди. То есть, кто-то же выбирал их, и вот моя база все-таки попала в этот топ-100 баз, которые разработчики добавили в Boom Beach, добавили на наши карты. Было очень приятно, серьезно. Вот это я открывал ночью, уже перед сном. Думаю, тай залезу, что-то мне на почту поприходил. И было очень приятно, что разработчики выбрали именно мою базу. И сейчас давайте немножко поподробнее расскажу, каким образом вообще происходит процесс отбора, то есть как я понял, этот процесс отбора происходит. И сейчас вам все по порядку об этом расскажу. Но перед тем, как мы начнем, не конкурс, но маленькая такая игра. Знает ли кто из вас, как переводится Once in a Blue Moon? Выбрать русский шрифт, то это раз в голубой луны. Раз в голубой луны. Но вдруг кто-то знает, как действительно правильно переводится эта английская фраза. То есть я знаю, но напишите об этом в комментах, если кто-то из вас еще знает, как эта фраза переводится действительно на нормальный русский язык. Так, ну что, возвращаемся к сайту Хаммермана. Я уже снимал по этому сайту, ну, просто миллион роликов. Если кто не смотрел их, я ссылочку оставлю в описании. То есть и на то, как строить базы, и на самых топ-10 сложных, и на 5 самых красивых баз Хаммермана. Но сейчас давайте перейдем на мой аккаунт. И здесь, как видите, все базы, которые построил лично я. И база, которую разработчики выбрали, обведена золотым цветом. То есть теперь базы, которые разработчики выбрали на нашу карту, то есть которые будут появляться у нас на карте, они будут обведены в желтую, ну в золотую, лучше золотая, в золотую рамочку. То есть моя база, она всего лишь имеет 16 левел. Давайте на нее посмотрим маленько, что же она из себя представляет. Остальные, в принципе, базы мои не выбирали, но хотя бы одну, это все равно очень приятно, что хотя бы одна база моя попала в топ разработчик. Вот она тоже в золотой рамке такая. Здесь, как видите, написана буквочка «Э», это я ее создавал самую первую, когда еще только показывал, как делать базы в этом конструкторе. То есть это просто «Э» как эксперт, и сбоку так типа стрелочка, как надо идти правильно по минам и захватывать штаб. Ну, на самом деле так не надо делать. Но это я рисовал реально, чтобы было красиво. То есть моих творческих способностей хватило именно на это. Как видите, в правом нижнем углу стоит 9 recommendation, то есть 9 лайков поставили моей базе. А слева нету тест бетс, то есть все базы, которые выбрали разработчики на карту, у них попропадала кнопка тест бетс. То есть это из-за того, наверное, сделано, чтобы мы больше не могли их тестить, а уже нам приходилось в реальной игре, в реальном бумбиче, ну, их захватывать, то есть на них реально нападать. То есть теперь тест бетс нету, поэтому затестировать свою базу я не могу. Здесь, как видите, еще другие базы есть тоже в золотых рамках. Помните этого разработчика Носина? Я думаю, кто на 30-40-х левелах мучился с кассой Хаммермана, все помнят этого разработчика. Здесь, как видите, его баз куча, просто куча баз, которых повыбирали разработчики. Здесь и коса Хаммермана, новая коса. Здесь и лагерь дружбы тоже появлялся. Здесь и другие базы, ну, с которыми я, в принципе, не сталкивался, но видел, что их кто-то проходил, и кто-то или скрины бросал, или видосы бросал, как их проходил, то есть этого разработчика. Но самое главное, хотелось бы вам показать, что здесь есть кнопочка View More и по рекомендациям, то есть по лайкам. Здесь сортируется таким образом, что в самом верху будут те базы, которые получили больше всего лайков. Смотрите, база Носина, Бункер Таун, получила 1400 лайков, обалдеть, 1440 лайков, просто невероятное количество. И, ну, неудивительно, что его базы все-таки попринимали разработчики, и они попали в игру,
действительно у них пошел зеленый сигнал и их начали добавлять. Как видим, касса Хаммерман здесь же, ну и остальные его базы. Но совершенно не зря я сюда зашел в эту вкладку, потому что здесь моя база тоже есть. Если листать вниз, то как видим, вот это на 60-м левеле у меня начала попадаться база. Здесь куча других баз, с которыми, возможно, кто-то уже сталкивался, возможно, нет. Но пока у меня не все попались на 60-м левеле. Но самое главное, здесь есть и моя база. Смотрите, так, где? Вот, Андрей Вар, Base 2. То есть моя база тоже есть в этом топе. Здесь поставили как бы ей 9 лайков, и она попала в этот топ. Ну просто офигенно. То есть разработчики, наверное, таким же макаром выбирали по рекомендациям, потом начинали фильтровать именно глазами. Реально эта база, то есть можно ее вводить в игру или нельзя. То есть может там супер-мега сложно. Зачем людей вообще травмировать? Зачем травмировать людей, если там все будет в ракетных установках или что? Это мне по фану прикольно было поиграть, вам для видео показать, как можно сносить такие базы. Но основная масса танкистов такие базы не примет на ура. И будет очень много нытья вообще в комментах, на форумах. Поэтому они глазами просматривали уже те базы, которые реально можно добавить в игру. Здесь, как видите, кто-то еще и делал пародии на кассы Хаммерман. То есть кто-то уже потом, когда касса Хаммермана начала пользоваться популярностью, начал суетиться и делать просто жалкие пародии на эту кассу Хаммерман и называть ее, ну, примерно похоже, касса до Хаммерман. Вот здесь вы можете реально посмотреть те базы, которые разработчики повыбирали. Но в том письме еще говорилось, что есть какой-то зал славы. Если честно, я на сайте Хаммермана этот зал славы не нашел. Возможно, они имели это в виду галереи, что в галерее мы можем просматривать, кто попал куда. То есть, ну, в каком топе, по каким критериям. Возможно, это они имели так. Или все-таки в скором времени они добавят еще кнопку зал славы, потому что, ну, пока я ее лично не нашел. Ну, в принципе, вот таким образом разработчики теперь выбирают по лайкам, по реальности прохождения. Так что дерзайте, возможно, еще кто-то успеет построить, и в следующем обновлении разработчики еще добавят каких-то баз. Потому что вначале я не верил, что они будут добавлять, потому что прошло, сколько, 4 месяца после выхода этого сайта, и никакого ни слуху, ни духа от разработчиков не было. Поэтому я даже всерьез не воспринимал их заявление, что они будут выбирать какие-то базы. Но, как видите, они сдержали свое слово и все-таки выбрали реально достойные базы людей и добавили их в игру. Это очень приятно. Ну, как мне лично, что моя база попала в этот топ, мне вообще вдвойне приятно. И просто огромный респект выражаю тем людям, которые поставили эти 9 лайков, потому что только благодаря вам, только благодаря этим 9 лайкам моя база попала в топ, и разработчики выбрали ее и добавили в игру. То есть, возможно, у кого-то на мелких левелах она уже появилась. То есть, смотрите, если она у вас появилась на базе, напишите мне об этом в комменте, вообще сбросьте мне скрины, возможно, я в следующий раз, в следующем видосике каком-нибудь, я вставлю эти скрины, если вы прошли мою базу. То есть, когда штаб разрушается, просто делайте на телефоне скринчик и высылайте мне, ну, в ВК можете ссылочкой на файлообменник, можете в комменты, ну, то есть, куда-то высылайте, если она у вас попалась на карте. То есть, буду ждать хотя бы одного, нескольких скринов и обязательно в следующем ролике. Ну, может, не в следующем, но через ролик. Ну, в каком-нибудь контексте я вставлю обязательно ваши скрины. Ну, в принципе, и все. С вами был Андрей Вар. Если вам понравилось такое видео обзорное по поводу этого сайта, еще раз, по поводу того, что разработчики выбрали мою базу, не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал. Всем пока!